Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой перспективе должна быть наша страна и ее государственное устройство. Это Конституция. Выборы провели, результаты получили, на этом точка. И, наверное, хватит будоражить общество, следующие президентские выборы по Конституции. Как определимся, так и будет. Конституция должна быть другая. Там должен быть баланс власти. Там должны быть сильные сдержки и противовесы. Все соответствующие новации должны быть обсуждены на Всебелорусском народном собрании. Новый проект Конституции уже, наверное, третий. Над ним работают. И не думайте, что это простая работа. И вот первоначальный вариант, проект сейчас модно говорить, он будет внесен на обсуждение всех ветвей власти.